С 33 депутатов повестки раздали мы 6. Из них на сегодняшнюю минуту вчера пришло и сегодня пришло 5 человек. Ну, на данный момент у всех уважительные причины, по которым мы не можем их призвать. Я не буду раскрывать персонали. Одна из уважительных причин, там у одного депутата там трое детей есть, то есть согласно закону попадают. У некоторых депутатов, ну, извините, закон Украины про персонализацию я не буду раскрывать. У некоторых депутаты не прошли медкомиссию за станом здоровья, принесли відповідні там, ну, документы, и медицинская комиссия, которая не подчиняется обратно же, чтобы не было у зрителей каких-то там мыслей, что военкомат опять откупились, отмазались. Медкомиссия городская, врачи все гражданские. И комиссия принимается, ну, решением придатно-непридатно гражданскими специалистами. Еще ждем одного, ну, есть предварительная информация, что этот человек на данный момент находится на лечении в Киевском военном госпитале, потому что в 10 месяце якобы попал в ДТП. С этим вопросом мы разбираемся.